по игре могу сказать то, что они поменяли схему, как я помню, мы смотрели с «Зенитом» и с «Нижним» они играли. Они играли в 4 защитника. Ну и вот перед нами ушел Родригау, как я знаю, и все. А так все то же самое. Я думаю, совпадение, да, потому что как-то, не знаю, но в Сочи, да, я почему-то только в Сочи забиваю, считай, два с головы, плюс еще один сейчас, еще со штрафного. Ну, может, я думаю, совпадение, а так подачи просто хорошие были, вот от Хесуса была хорошая подача недавно вот в этой игре. И моя задача была просто попасть в створ, а там уже, может быть, если вратарь отбил, кто не добил бы. Хорошо то, что гол и выиграл, начали вести уже в начале игры. Но там, когда вот если приходящий идет, то надо бить в тот же угол, от которого подача идет. Ну, то есть в дальний. Не резать, потому что ты не попадешь тогда. Надо просто, вот если он летит справа, то ты должен бить в правый угол. Угу. А если идет в ворота, то чуть-чуть чиркаешь. Ну и то там тоже можно. Чуть-чуть чиркнуть, можно перебить, можно не или в ближний. Ну, как дело случая, на тренировках отрабатывается. Самое, наверное, тяжелое именно при подачах, это рассчитать движение мяча, расстояние, и чтобы именно в такт соприкоснулся с мячом. И я, наоборот, только радовался. Да, подкалывали Ваньку Яковлевича, чел там подкалывали его. Как мы узнали, то, что он станет, ну, будет капитан на этой игре. Мы пошли на обед, я говорю: «Вань, я сегодня тебе сейчас все хоть что принесу на обед, договори, макароны, курицу я принесу». Ну, так, посмеялись, я рад за него, это у Ванька уже был опыт, он был в молодежке капитан и хорошо справлялся с этим, и он и как бы умеет говорить речь, поддерживать, напихать кому-то, вот он умеет. Не знаю, красивый. Мне 78 нравится, потому что семерка это у моего любимого отца был номер, а восьмерка у моего друга. И как бы я так совместил их. Но пока не знаю. Может быть, когда-то поменяю, но сейчас нет. Пока не хочу. Ну, наверное, я бы сейчас себе добавил выигранные единоборства. Я бы хотел, чтобы я еще больше, чуть побольше выиграл единоборств. Именно как и верховые, так и внизу. Поэтому будем над этим работать, наверное, больше. Все хотят первые, вторые, третьи места, ну, желательно первые. И хотят кубок выигрывать, потому что кубок тоже давно уже не выигрывали России. И поэтому надо выходить, я еще раз повторюсь, на все игры, будь то там «Зенит», будь там «Урал», ты должен выходить и биться. А там уже посмотрим, какой будет счет, и кто сколько забьет, и кто кому как подфартит. Я думаю, все еще впереди будет.